Добро пожаловать на урок литературы. Какое у вас впечатление сложилось об этой книге? Книга о двух друзьях, о Юлдаше и Кадырасе. Он же какой-то пустой просто. Единственный ребенок в ауле, с которым я могу побегать, поиграть, рыбку половить. Наверное, нужно давать шанс дружбе. На удивление, мне книга очень понравилась. Она хорошо читается, кстати. Проект «Литра» создан, чтобы учителям работалось легче, а нам училось интереснее.